Год, наверное, как для всех был сложный, неоднозначный. Но проделана громадная работа, большая работа сделана по социальной сфере поселка, жизни поселка. Можно выделить, наверное, самых три основных и важных проекта, которые в этом году удалось осуществить. Это замена полностью котельного оборудования на садике, которая, ну, была очень древняя. Сегодня современное, хорошее оборудование, тепло в садике, температурный режим замечательный. Второй большой проект, который мы делали, это ремонт спортивного зала в школе. Ремонт не делался больше 30 лет. Сегодня работы идут полным ходом и вот завершатся буквально вот на днях. Третий проект – это отопление библиотеки, которого не было в поселке 5 лет. Сегодня-завтра заканчивается полностью ремонт. Библиотека будет с теплом. Но наряду с этими решенными проблемами все-таки остаются масса проблем, которые очень важны для поселка, для социальной сферы, экономической сферы поселка. Это дорога. Дорога Зуевка-Харциск. Так как единственный вид транспорта и 60% населения поселка работает на выезде, учатся на выезде. Это одна из основных и большущих проблем нашего поселка. Планы. Планы – это газификация поселка, это развитие туризма в поселке. Вот, наверное, основные вопросы, которые мы ставим на этот год.